Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я с вами поговорю на тему того, как правильно развиваться в игре World of Tanks в плане скилла. Что вообще нужно делать в боях и куда нужно стремиться, чтобы статка росла, содержание боев было более зрелищное, более насыщенное. Не так давно я делал видосик про то, что нужен стимул и цель, куда стремиться. Это, конечно, хорошо, но нужно еще понять, как правильно развиваться, что нужно в каждом бою делать, какие вещи нужно запоминать, какие отбрасывать, для того, чтобы сыграть хорошо и как можно чаще. И только в таких случаях начнет расти статистика, и бои будут более насыщенные. Итак, для начала, что я начал делать за последние пару месяцев, может быть даже несколько. Потихоньку, малу-помалу, я время от времени смотрел разных стримеров, хорошо играющих. Ни в коем случае не смотрите плохо играющих людей, если вы хотите научиться играть лучше. Все очень просто. Берете ник стримера, идете на КТТС, пишите его туда и смотрите, как он там играет. Если он играет плохо, то ничего интересного про игру он вам не расскажет, потому что он про нее ничего не понимает. Если же стример играет хорошо, то как минимум какая-то часть его слов будет очень полезной. Может быть, даже все советы, которые он дает, будут хороши. Поскольку не так давно я там что-то листал YouTube, нашел какого-то чувака, у него бирюзовая статка, вроде более-менее. Казалось бы, он даже там какие-то видосы делает с советами, но не все советы были дельные, а большинство советов были хоть и правильные, но отчасти человек ошибался, почему так надо делать. Поэтому в целом бы казалось бы, челик вроде бирюзовенький, но на самом деле странноватый. И советы у него такие же, хоть и часть из них были вполне себе дельные. Так вот, первое, что нужно сделать, это не учиться у тех, кто не умеет. Это касается тех любителей, которые мне скидывают каких-то там чуваков с желтенькой статистикой, которые рассказывают что-то про игру, что она подкрученная, перекрученная, и они не могут в стоячий танк попасть. Которые даже в этот стоячий танк неправильно целятся. Зачем таких людей смотреть и слушать, что за билиберду они там несут, я не знаю. Это самая первая ошибка, которую можно допустить в повышении своего скилла. Начать учиться у того, кто сам не умеет. Следующее. Как я за последние несколько месяцев начал играть жестче, чем за все время, сколько я играю в картошку. Прошлый месяц я отыграл целый месяц на статистику, которой у меня не было никогда в танках. 4000 ВН8 с хвостиком и 65% побед. Такой статистики у меня не было никогда. Она была чуть ниже, по типу 3300 ВН8 и 61% побед. И тут за один месяц такой рывок. С 61% на 65% и ВН8 с 3300 на 4000. Я брал у топовых игроков картошки их агрессивные позиции на тех картах, которые у меня были слабые. Для того, чтобы перекрыть свои дыры на некоторых картах, где я не могу сыграть агрессивно и более-менее стабильно делать высокий результат. Плюс я еще сам начал разбираться в картах с большей дотошностью и придумывать еще и свои агрессивные тактики. И ход развития боя на некоторых картах у меня абсолютно поменялся за последние пару месяцев. Добавились новые позиции, новые перекатки, раскатки. На некоторых картах я раньше не играл, потому что встречка была выключена, сейчас включена. И некоторые позиции мои и маршруты по бою абсолютно отличаются от того, как я играл полгода назад. Не на всех картах, некоторые старые позиции и тактики остались, потому что они работают до сих пор. Все потому, что основной мой скилл держался на старом багаже знаний. Еще на тех картах, которые были не HD, а SD, и тех знаний уже было мало, поэтому нужно было освежить это все. И сейчас, на этой основе, которую я сейчас себе сам заложил в моем скилле, можно делать высокий результат стабильно и очень долго. Пока картошка опять не перероет все карты, можно делать такой результат всегда. Главное, чтобы был стимул,
и жопа не сгорела. Я так, в принципе, делал и раньше. Еще когда были SD-карты, я тоже понасмотрелся всех топовых игроков, взял у них агрессивные хорошие позиции или просто нормальные позиции и использовал их. И этого было достаточно для рандома, чтобы играть хорошо на фиолетовую статистику. Сейчас моя игра не такая, как раньше, она более агрессивная, и это приносит свои плоды. Я очень много понабрал 3 отметок за последнее время на премиумных танках. Почему прям танки? Потому что на них очень легко не просесть по ресурсам на аккаунте. Заряжая на прем танке фулл голду, ты уходишь примерно в ноль после боя по серебру. А поскольку у меня серебра было в последнее время мало, то у меня не было возможности брать 3 отметки не на премах. Потому что я сыграл бы буквально 1-2 дня, и мое бы серебро закончилось. Поэтому начальный эксперимент был на премиумных танках. Дальше есть еще желание попробовать то же самое подделать не на премах. На них планки 3 отметок ниже. И статистика, скорее всего, на обычных танках, не премиумных, тоже чаще всего набивается ниже. Поэтому, если я буду держать высокий результат не на премах, то, скорее всего, статистика будет еще выше, чем на премах. Но для этого нужно нафармить серебро. Чем я и занимался последнее время в линии фронта. Но пока только 10 лямов нафармил, нужно намного больше. Также еще, играя на каждом танке, нужно подбирать к нему свой индивидуальный ключ к подходу реализации этого корыта в бою. Какой у него геймплей и какие важные вещи на этом танке нельзя делать, какие нужно и что самое опасное на каждом танке. У кого-то очень слабые баки или боеукладка, нужно как-то это полечить. Какой-то танк для более активной игры, какой-то для более пассивной. Все это нужно учитывать. Это все прикладываем на наши агрессивные позиции на всех картах, которые мы должны изучить. И у нас уже есть очень огромная основа для набивания высочайшей статистики. И для того, чтобы процент побед был высокий и средний урон тоже выше, нужно еще и научиться конец боя тащить. Для этого нужно использовать все пустые места на карте, которые освобождаются, потому что танков становится в конце боя меньше, и использовать их для того, чтобы подлавливать врагов на ошибки, обманывать их, и чтобы вас не застали врасплох и не зажали где-нибудь в углу. Нужно использовать всю карту, насколько она свободна, и пытаться убивать всех по очереди, начиная от более слабого и шотного, заканчивая самым медлительным и жирненьким, потому что он никуда не денется, и так тащить бои до конца. Вот этими вещами я занимался последние несколько месяцев, и теперь я, грубо говоря, пожинаю плоды. Мне сейчас очень нравится набивать 3 отметки в картошке. Это добавляет хоть какой-то стимул в игре, и появляется хоть какое-то занятие в World of Tanks. Потому что без 3 отметок, честно говоря, двигаться особо в этой игре и некуда. По этой причине я не стал выпускать то, что обещал. Видосики про карты. Потому что моих знаний по картам было для рандомных боев недостаточно, чтобы играть на такую статку. Теперь все стало лучше, и можно развиваться дальше. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.
Фейс и басель надо. Blue face, it bustin' out of.